Всем привет, с вами Анна Дергаусова. На календаре 26 января. Каким был этот день в разные годы в Ангарске, узнаем далее. В 1979 году и ангарчане готовились к Олимпиаде 80. Так коллектив Ангарского завода химических реактивов, как и сотни предприятий по всей стране, тоже внес свою лепту в важное событие. Лето 1980 года. Выпускали заводчане важный заказ – медный комплекс кислоты. Он будет применяться на предстоящей Олимпиаде для освежения воды в бассейнах. Ценность нашего реактива в том, что при добавлении в воду бассейнов он препятствует росту зеленой водоросли. К 26 января 1979 года из Ангарска в Олимпийский центр в Москве было отправлено уже 5 килограммов порошка. 26 января 1969 года ангарчанам предлагали провести выходные за городом. Упругая искрящаяся лыжня, снежные шапки на соснах и тишина. Такая, что бывает только в зимнем лесу. Лучше отдыха и не придумать. Надо только сесть в поезд здоровья. Несколько минут хода, и вы на месте. Первый рейс ожидался уже 1 февраля. Конечный пункт – станция Мальта. Эх, сейчас бы бросить все, прыгнуть в последний вагон уходящего поезда здоровья и в Мальту. Ну, хотя бы в Мальту. Ой, все. Хорошего дня. Пока.